Но не будет. Чистить картошку. Почему? А там же теперь все на обеспечение полное. Не повезло, Саньку. Ладно, привет всем. Снова выходной день. Снова мы тренируемся с патриотами в дискучном саду. Всем привет. Всем привет. Мне пришла в голову гениальная мысль, гениальная. Я же обещал вам показывать площадки, поэтому я могу делать треню здесь, стодневочную, а потом просто показывать вам площадку. Классный план, да? Мне тоже нравится. Так, сейчас разомнусь, сделаю подходы и потом потреню. Потому что я до сих пор не отошел от поездки в Пермь. И это требует времени. Вот. Ну, чтобы не это, не поэтому тренер сейчас как-то вообще не хочется. Хочется спать. Хочется спать, Тренироваться. Есть, отдыхать. Санек, тут спрашивают, короче, что делать с обледенелыми перекладинами? Здорово. Их можно там... Как мы боремся с обледенелыми перекладинами? Я могу показать, как. Только не берешь и сжимаешь. Да, в конце концов, она когда им согреется и растает. Отжимаешь. Если на улице не минус 30, все дойдет вот до такой кондиции. Если не минус 30, то вы спасетесь. А минус 30, вы так и останетесь на этой кости. Ладно, поехали.
Вот такая вот тренировка вышла. По подходикам я есть. Видос пишу, Сань. Ребят делают обратный ход конем в его вариации. У меня по времени заняло в два раза больше, чем тренировка по кругам. Ну, все равно заняло меньше 20 минут. И на самом деле может делать полминуты. То есть я вначале еще в подтяге делал по минуте отдыха, но может спокойно делать по полминуты. И дальше буду делать по полминуты. То есть, когда вы переходите на подходы, у вас есть два варианта для ранжирования нагрузки. Вы можете оставить минуту отдыха и делать больше повторений в подходе. Либо вы можете уменьшить до полминуты. И, соответственно, у вас количество повторений уменьшится, но уменьшится и время тренировки общее. Вот. Так что выбирайте, что ближе вам. Мне ближе второй вариант. Чтобы монтировать легче было, и музон подыскивать. Вот. И меньше времени на это все тратилось. Поэтому я буду делать именно так. Ну, на этом все на сегодня. Вот сейчас дотреним здесь. И съезжу еще на какую-нибудь площадку, покажу вам еще какое-нибудь место, где можно тренироваться. Затянулась немножечко дорога до площадочки, которую я хотел вам показать. Но еще не очень темно, а здесь даже очень-очень освещено все. Так что в каждом новом видео мы будем показывать новую площадку. И пока я держу это слово. Мы сейчас находимся недалеко от ВДНХ в каком-то небольшом парке. И когда мне впервые показали эту площадку, я дико порадовался, потому что у нее на поверхности нанесен огромный логотип воркаута. Я подумал, блин, это очень круто, неужели в Москве есть такие площадки? Но моя радость была недолгой, так же как и ваша будет, как только мы дойдем до нее. Осталось буквально пара шагов. Вот она уже видна. Сейчас я объясню, в чем причина. Кстати, помимо воркаут-площадки, как вы можете видеть, здесь еще есть огромный комплекс для занятий паркуром. И, на мой взгляд, он намного интереснее, чем воркаут-площадка. Смотрите. Давайте пройдем по кругу. Тут куча разных поверхностей. Всякие штуки для прыжков в акуросе. Всякие интересные. Вот это мне больше всего нравится, такие рукоходы. Они многофункционально интересны, всякие квадраты. Конечно, сложно назвать это, наверное, площадкой для паркура, потому что паркур — это искусство перемещения по городу вроде бы, да? Соответственно, все эти штуки, они такие же искусственные. То есть площадки для паркура, они такие же искусственные, как площадки для воркаута, которые подразумевают идею, что вы можете тренироваться где угодно и когда угодно. Просто такое модное название для современных уличных площадок. Собственно, вот, вот она. Она полностью занесена снегом, но не дайте себя обмануть снежному покрову. На самом деле этот турник действительно очень низкий, это самый высокий из имеющихся здесь турников практически. Вот эти вот нано-бруськи, нано-брусья, которые, они, просто поймите, какой они узкой ширины, да, вообще. А там еще есть маленькие. Здесь еще есть узенький турничок, который, по-моему, уже, чем остальные. Не повезло ему. И опять вот эти страшные хренотеньки. Я, кстати, в прошлый раз... Не, они, кстати, не такие страшные, как на той площадке, которая рядом с футбольным стадионом. Чем еще? О, брусья переставили. Эти брусья в какой-то момент отвалились у них. Их переваривали. Но сейчас, видимо, поставили вообще новые брусья. Что она довольно крепко смотрится. Вот, ну и здесь стандартный квадрат без одной перекладины, шведская стенка, еще один турничок маленький и рукоходик длинный. Вот, в общем, такая площадка. Заниматься на ней крайне неприятно, потому что сделано все тяп-ляп. Вот, ну и в центре отсюда, конечно, не видно, вот в центре огромный логотип движения воркаут. Вот. Видимо, заказчик попросил и хоть что-то хорошее в этой площадке, чтобы было. Такие вот дела, вот такая площадка на сегодня. Завтра я уже надеюсь совместить тренировку и показ площадки. Так что не придется никуда больше ездить. Ну а на сегодня все. Всем пока, увидимся завтра. Делайте подходы, круги, неважно. Главное, тренируйтесь.
Если у вас слишком легко делать подходы, вы можете увеличивать количество повторений. То есть у нас продвинутый блок, он более силовой. И поэтому, чтобы получить хорошую нагрузку, вы можете увеличить количество повторений в подходах, если вам действительно кажется, что все очень легко. Благо, что время отдыха между подходами, оно вам позволяет это сделать. Если хотите, оставайтесь на кругах. Опять же, как вам комфортно, если вы чувствуете, что надо больше ФП-шечку поднимать, или вам просто более комфортно делать круги, делайте их. Это все. Все на ваше усмотрение, все зависит от вас. Наша задача только вам дать информацию, что есть такая система тренировок и есть другая система тренировок, чтобы вы просто были в курсе. Вот. Все. Увидимся.